советский, музыкалет Даниэль Житомирский. А в фортепианной сонате Роберта Шумана номер 2 соль минор, опус 22. Эта соната отличается камерной, скромной формой изложения. Вместе с тем, это одно из самых непосредственных, увлекательных произведений композитора периода его творческого расцвета. Соната искренне страница шумановского дневника «Сердце». Несомненно, возникла в момент счастливой импровизации. «Вторая соната бесконечно радует меня», — пишет Клара Шуман Шуману. «Она напоминает мне многие счастливые и печальные часы. Я ее люблю так же, как тебя. Все твое существо там ясно запечатлело». И это существо, о котором пишет супруга автора, отразилось разнообразно. В первой части ремарка как можно быстрее, возбужденной, романтически нетерпеливой, эмоциональной, насыщенной. Светлой, задушевной, нежной песней второй части. В маленьком, полном фантастических деталей, флористановском скерцо и в апассионатном финале. Завершает первое отделение концерта соната Шумана номер 2 соль минор, сочинение 22. Исполняет Екатерина Тихомирова.
Thank you.